Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Безусловно, верность – это настолько тонкое и сугубо индивидуальное понятие, что оно никак не может зависеть только от принадлежности женщины к какому-то конкретному знаку зодиака. Однако, по данным астропсихологов, было определено 6 самых неверных женщин по знаку зодиака. Поскольку у них стремление и склонность к измене проявляются ярче и чаще, чем у других. Первое место. Близнецы. Для женщин-близнецов преданность и верность – понятия относительные. Они настолько импульсивные и непредсказуемые, что никогда не знаешь, чего от них ждать. Верность женщины этого знака зодиака заканчивается тогда, когда ей надоедает играть в любовь с одним мужчиной. А случиться это может внезапно и в любой момент. Самой главной особенностью этого знака зодиака является то, что изменить такая дама может на абсолютно любом этапе амурных отношений. Жажда острых ощущений, эмоций и новых приключений может возникнуть как в начале отношений, так и намного позже. Наличие детей также не остановит женщину-близнецы в ее желании владеть другим мужчиной. Самое интересное – это то, что законные отношения при этом она может и не прерывать, спокойно возвращаясь домой после очередного приключения. Может сложиться впечатление, что такая женщина стремится владеть множеством мужчин одновременно. И именно поэтому близнецы – самая неверная женщина по знаку зодиака. Второе место. Скорпион. Женщины-скорпионы – гораздо более загадочные личности, поведение которых очень часто не поддается никакому здравому смыслу и объяснению. Несомненно, эти харизматичные, привлекательные, эмоциональные и очень интересные женщины притягивают внимание множества мужчин. Однако очень сложно понять, что именно толкает женщин-скорпионов на измены. В большинстве случаев их действия просто невозможно объяснить логически. Безусловно, среди этих дам есть те, которые не будут обманывать и врать мужьям, храня им верность и преданность. Однако подавляющее количество женщин этого знака склонны к изменам. Причем делают они это, как правило, просто так, без особых на то причин и мотивов, не ставя перед собой какие-то цели. В некоторых случаях женщина-скорпион стремится таким образом проверить чувства и отношения на прочность, не понимая, что это совершенно бессмысленно. Строя отношения с женщиной-скорпионом, нужно отдавать себе отчет в том, что она занимает законное второе место в числе самых неверных женщин по знаку зодиака. Третье место. Весы. Весы – один из воздушных знаков зодиака. Отличается своей динамичностью, эмоциональностью, ревнивостью и склонностью к хождению налево. Для девушки знака весы измена вообще не является проблемой, особенно если мужчина о ней так и не узнал. Большая часть измен представительниц этого знака зодиака случается в добрачный период, когда отношения еще официально не зарегистрированы. Не будучи в браке, женщина весы интуитивно будет пребывать в поиске другого мужчины. И чаще всего это происходит само собой, не специально. Беда в том, что женщина знака весы просто обожает лесть и комплименты, без которых не может жить. Поэтому, когда постоянный партнер перестает их делать, она начинает наслаждаться комплиментами других мужчин. Не стоит предлагать девушкам этого знака зодиака взять тайм-аут в отношениях и на время разойтись, чтобы проверить чувства. Это время женщина весы будет чувствовать себя абсолютно свободным и никому ничем не обязанным человеком. Удержать от измены женщину знака весы может только крепкий и счастливый брак, наличие детей, постоянное ощущение влюбленности и повышенный контроль супруга. Четвертое место. Рыбы. Рыбы – один из знаков зодиака, относящихся к стихии воды. Изменять постоянному партнеру физически женщина знака рыбы, возможно, и не станет. Однако флиртовать с другими мужчинами для нее совершенно обычное дело. Кроме того, рожденная под этим знаком зодиака дама без особых угрызений совести способна изменить партнеру, с которым у нее еще не очень длительные или же в чем-то неопределенные отношения. Если женщина рыбы не уверена в своем мужчине на 100%, то на ее верность и преданность рассчитывать не стоит.
Безусловно, в некоторых случаях какие-то внешние или внутренние факторы могут ее сдержать. Однако особо полагаться на это не стоит. Женщины-рыбы однолюбы, и обычно они не питают каких-то сильных чувств к тем, с кем изменяют. Для них нарушение верности – дело необыденное. Они осознают, что поступают неправильно. Однако у них не хватает сил удержаться, чтобы не вкусить запретный плод. Поэтому они заслуженно входят в список неверных женщин по знаку зодиака. Пятое место. Телец. Телец – это уже второй знак зодиака стихии Земли, представительницы которого входят в список неверных женщин по знаку зодиака. Эти честолюбивые и импульсивные дамы имеют ярко выраженную склонность к изменам, поскольку они всегда с удовольствием засматриваются на встречающихся по дороге мужчин. Женщина-телец может принадлежать только одному мужчине лишь до тех пор, пока в ее сердце горит пламя любви. Как только оно начнет угасать, она поддается своей слабости и становится очень падкой на внимание и комплименты других мужчин. Для такой темпераментной женщины крайне важна динамика как в отношениях, так и в чувствах. Ей постоянно хочется больше эмоций, чувственности, разнообразия, новизны и динамичности. Единственная возможность удержать и остановить женщину-тельца – это всячески подогревать ее интерес к себе. Вторым и очень важным фактором, способным удержать ее от измены, является наличие в семье детей. Поскольку семья и дети для женщины-тельца всегда занимают самое главное место в жизни. Шестое место. Козерог. На последнем месте этого малоприятного списка расположился еще один земной знак зодиака – Козерог. Девушек и женщин, рожденных под его покровительством, самыми верными точно не назовешь. Женщина-козерог готова быть рядом с мужчиной и даже хранить ему верность до тех пор, пока ее это устраивает. При выборе спутника жизни для нее первостепенное значение играет не безумная любовь, а стабильность, определенность и обеспеченность, которые ей сможет дать супруг. В сложных ситуациях, когда семья может оказаться на грани финансового кризиса, девушка-козерог может просто решить найти себе другого спонсора красивой жизни. Такой поступок способен стать лучшим доказательством того, что несмотря на клятвы о верности и любви, эта женщина вышла замуж не за красоту вашей души, а за ваши деньги, статус или положение. Женщины-козероги не лишены совести. Этот шаг им самим неприятен. Поэтому мужей, эти достаточно неверные женщины, выбирают долго, тщательно и очень внимательно, чтобы быть уверенными в их абсолютной финансовой независимости. Другие знаки зодиака. На последних двух местах могли бы расположиться представительницы огненных знаков зодиака – Овен и Стрелец. Поскольку многие ошибочно полагают, что представители стихии огня не отличаются верностью из-за своей импульсивности и эмоциональности. Однако дамы этих знаков зодиака, несмотря на свою независимость и ветреность, очень принципиальны и практически всегда предельно честны с партнером. Представительниц знаков зодиака Лев и Рак можно по праву считать самыми преданными и верными девушками и женами. Женщины-львы считают, что поиск любви на стороне – это поступок недостойной королевы. Желая завести новые отношения, такая дама сначала непременно предупредит об этом своего спутника жизни. Сила любви женщин-раков настолько сильна, что они никогда не смогут изменить на уровне чувств и эмоций. Таких патологических хранительниц семейных ценностей практически невозможно заставить пойти на физическую измену. Только полное разочарование в избраннике, жуткая обида, осознание неизбежности разрыва и желание поскорее все закончить могут толкнуть женщину-рака в руки другого мужчины. Женщины-девы, как правило, очень занятые и пунктуальные личности, которые так сильно дорожат своим временем, что просто не станут завязывать отношения с мужчинами, недостойными их верности. К тому же они просто не желают тратить время на любовь на стороне. Женщины знака Водолей не входят в список самых неверных женщин по знаку зодиака, поскольку считают для себя непозволительными близкие отношения с несколькими мужчинами одновременно,
Правда, легкий флирт с симпатичным мужчиной женщина Водолея считает допустимым. Особенно, когда ей хочется встряхнуть отношения с супругом и заставить его поревновать. Верность не поддается правилам или зодиакальным принадлежностям. Все зависит от атмосферы, царящей в отношениях. А знак зодиака лишь демонстрирует, что в каком-то случае вероятность измены больше, а в каком-то меньше. Когда отношения становятся похожими на ад, даже самая верная и преданная женщина может совершить такой подлый поступок, как измена. А вот в гармоничных и счастливых отношениях предательство маловероятно, независимо от зодиакальной принадлежности партнеров. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!